Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находился на борту самолета национальной авиакомпании Air Baltic, который в пятницу из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в рижском аэропорту. Об этом сообщил сам глава МИД республики. Незабываемая неделя, вернувшись в Ригу, самолет из Стокгольма съехал со взлетно-посадочной полосы. Спасибо персоналу Air Baltic, аэропорту, спасателям и службе неотложной медицинской помощи за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло, написал он в Твиттер. На изварстома неда, эй, от грызатайс лига, стокхалмас лидмасина нос лиде ноус крейс, эй. Полдайс собака Air Baltic обкалпей. Лидастай, адн засыяем ун МПТМ паратра ресиба. Майра ун профессионалитати. Сиксапрота, тет некас на пайтнс на вайнам неф от гадиджи speak.twitter.com/sbuai9tke ноуджи эджерс ринкевикс. Собака эджерс ринкевикс. December 3, 2021. Самолет Air Baltic с 44 пассажирами на борту, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж были эвакуированы, никто не пострадал. Взлетно-посадочная полоса сейчас закрыта, прилетающие в рижский аэропорт рейсы перенаправлены в воздушные гавани других стран, а вылет самолетов из Риги перенесен. Из-за происшествия аэропорт закрыт до 16 часов ровно МСК. Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил красное предупреждение об экстремальном снегопаде в Риге.